В среду утро в поселке Тополево опрокинулась Toyota Vista при попытке шофера съехать с главной дороги. Автолюбитель был в иномарке один и остался совершенно цел. Из машины он выбрался без посторонней помощи. Мужчина ехал со стороны города и не справился с управлением при выполнении левого поворота. Вираж оказался настолько энергичным, что легковой автомобиль с легкостью преодолел снежную насыпь на краю проезжей части и, перевалившись через нее, скатился в низину вверх колесами. Любопытно, что автомобиль во время крушения не получил критичного повреждений. Водитель ссылался на скользкую проезжую часть. Как раз у поворота на асфальте имеется коварная наледь. Меняя направление движения, шофер выехал на скользкий участок слишком решительно. Полицейских этот инцидент не заинтересовал совершенно. Убедившись, что шофер трезв, автоинспекторы потеряли к происходящему всяческий интерес. Пострадавших в ЧП нет, имущество и дорожная инфраструктура не повреждены. А значит, оформлять это как аварию и портить статистику нет никакой необходимости. Развернувшись, стражи дорог уехали, предоставив шоферу самому ломать голову над способом эвакуации машины и ее транспортировки до места стоянки. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Павел Рогатин.